Всем привет! На работу как на праздник. Сегодня будем готовить на работе омлет, как в Ивано-Франковске, с овощами жареными. Посмотрим, что получится. Включаем на жарку. И высыпаем наши овощи. Пускай немножко растают. Далее помоем пару помидорок и порежем ее. Серединку вырежем. И нарежем ломтиками. Жесткую серединку вырезать надо. Соль, перец по вкусу. Берем стакан и разбиваем туда 5 яиц. Скорлупу вынимаем заранее. Поперчим и посолим немножечко. Добавим молока и будем взбивать. Вот так вот уже разогрелась наша фасолька. Теперь добавляем помидорки, немножко протомились. Забьем наш омлет, и все. И можно будет заливать и ставить на 120 градусов на 20 минут. Надо добавить немножко зелени. Вот все это дело зеленое наше. И подождать 20 минут, пока омлет будет выпекаться. Останавливаем. Далее мы переводим в этот режим, делаем старт и заливаем равномерно. Осталось подождать ровно 20 минут и все. Закрываем крышечку, сливаем лишнюю воду. Через 20 минут он будет готов. Всем, кому было полезно данное видео, ставим палец вверх, оставляем свои комментарии о том, что вы любите готовить в своем котелочке, в мультиварке.
Ну и подписываемся на канал. Всем пока!